Что готовят в Испании на праздничный стол? Любое застолье начинается с обилия закусок, такие как хамон, нарезка из местных колбас, чорисо и сальчичон, сыры, различные канапе или тапас. Также из закусок у нас устрицы и крокетас из грибов и перец, фаршированный треской. После закусок идут горячие блюда, часто это супы. У нас это каталонский суп «Сопа де Галец». Супы и основные блюда отличаются в регионах. Из основных блюд у нас лобстеры и креветки на гриле. Часто подается молочный поросенок или ягненок, а также каннеллонес. Это что-то похожее на лазанью. И, конечно, никак не обойтись без сладкого. О сладких блюдах у меня есть отдельное видео.